Как и вся благая жизнь, начинается с решимости, с первых шагов. Если кто скажет, что вот, мол, крестный ход завершился, тот обязательно ошибется. Все, кто сделал первые шаги на крестном пути, ныне также разольются живыми ручейками по своим городкам и селам. Почему мир еще жив? Потому что среди нас есть соль земли. Это люди с живым горением веры. Всем вам желаю одного – возвращайтесь и будьте светильником для тех, кто рядом, для всех живущих, для всех нас. Что для тебя такое крестный ход? Крестный ход – это дорога по чаю. И когда ты доходишь, то у тебя остаются воспоминания о чудесах, которые там происходили. И из этих чудес у тебя укрепляется дух и вера. Что для тебя значит крестный ход? Это путь к исправлению, место, где можно укрепиться в вере и помочь ближним. Что для тебя крестный ход? Крестный ход – это путь, который ведет Бочаев. И ведет это Пресвятая Богородица. Она укрепляет нас верой, силой, смелостью, силой, чтобы дойти до Бочаева.